О, начальство пожаловало. Здорово, Михалыч. Здрасте. О, чё, приехал? Небось, зарплату выдавать будешь? Ну, почти. В общем, я закрываю шиномонтажку. Буду здесь элитный автоцентр строить. Михалыч, а как же я? Это не мое дело. Тем более, ты у нас дама с руками. Найдешь себе работу. А зарплата? А, зарплата? Да вон шины забирай, вот тебе зарплата. Это ты, Михалыч, конечно, хорошо устроился. Но знаешь ли, и я без работы не останусь. А вот с покрышками придется попрощаться. Они переродятся в очень интересное покрытие. Так, где тут из покрышек плитку тротуарную делают? А? Ты, Благовещенец, не ослышался. Прям из покрышек и прям тротуарную плитку. Смотри, покрышки сначала режут на ленты и рубят на кусочки. Дальше куски отправляют на ленту, где они измельчаются. Заодно резину отделяют от проволоки и ниток. Мидрит-мадрит! Бывшие покрышки нужно хорошенько измельчить. Поэтому все это дело проходит через огромный барабан. Затем тщательно просеивается, и только потом заготовку для плитки можно считать почти готовой. Почему почти? Да потому что ее нужно смешать со специальным клеем. Да, на своей шиномонтажке я бы таких чудес не увидела. Куда там Михалычу с его автосалоном? Вот где прогресс! За прогресс отвечает станок диковинный. В его формы и нужно поместить смесь крошки и клея. Плюс добавим красители. Зеленый, желтый или даже красный. Они, кстати, как и сама плитка, экологически чистые, прошли всевозможные проверки. Экологичность резиновой плитки очень большая. А так как оборудование, на котором проводилось исследование на класс экологичности, имеет погрешность, намного больше превышающая испарение или какие-то негативные влияния, которые имеет плитка. Под температурой 150 градусов формируется будущая тротуарная плитка. 30 минут и все готово. 45 мм для укладки на подготовленный грунт. 25 мм для укладки на твердую поверхность. Ни расстояния в стыках, ни намерзаний, ни гололеда. Я же говорю, прогресс. Плитка это мягкая, поэтому травмоопасные дети могут бегать по ней, не боясь ушибов и ссадин. Можно даже облагородить ей зоны, прилегающие к дороге и автобусной остановке. И успокоиться лет на 10, согласно гарантии. А теперь эксперимент. Ну, что и требовалось доказать. Решено. Я остаюсь работать на этом производстве. А ты, Михалыч, кусай локти, пока золотые руки Дарьи дежурной по рубрике делом заняты.